это картофель Solanum tuberosum, многолетнее, однополое, клубненосное растение семейства посленовых. Картофель растет в земле. Некоторые участки земли более благоприятны для произрастания картофеля, например, Республика Беларусь, где помимо картофеля можно найти представителей других видов живых организмов, например, белорусов. Белорус – многолетнее, разнополое, клубненосное, прямоходящее, с объемом мозга 1400 кубических сантиметров и действительным паспортом гражданина Республики Беларусь. Мозг объемом 1400 кубических сантиметров позволяет белорусу заниматься выкапыванием картофеля, у которого мозга нет. ДНК белоруса на 70% совпадает с ДНК картофеля. В отличие от картофеля, который живет в земле, белорусы живут на земле, как правило, на территории Республики Беларусь, где живут с давних времен. Белорусами считают князя Всеслава Чародея, святую Ефросинью Полоцкую, первопечатника Франциска Скорину и многих других. Доподлинно известно, что они были многолетними разнополыми прямоходящими, однако история умалчивает об объеме их мозга, так как неизвестно, где они выкапывали картофель. А также, были ли у них действительные паспорта гражданина Республики Беларусь. Викторович – многолетнее, клубненосное, прямоходящее, с объемом мозга 1400 кубических сантиметров и действительным паспортом гражданина Республики Беларусь. Следовательно, Викторович – белорус. Но! В данный момент Викторович вместе с другими белорусами выкапывает из земли клубни картофеля на своем земельном участке на территории Республики Беларусь, чтобы употребить их в пищу. Пища – это источник энергии, которую белорус должен получать, чтобы оставаться многолетним прямоходящим. Средняя продолжительность прямохождения современного белоруса составляет 74 года у женского пола и 63 года у мужского, после чего белорусов обоих полов, как правило, закапывают в землю. Закапывание белоруса в землю обычно производится в прямолежачем положении, вместе со всем объемом его мозга. Однако, паспорт гражданина Республики Беларусь никогда не закапывается в землю, а передается государству. Государство – это многолетний бесполый бюрократический организм, например, Республика Беларусь. Как и у картофеля, у Республики Беларусь нет собственного головного мозга. Однако есть глава государства, а также внутренние, судебные, исполнительные и другие органы. При этом Республика Беларусь не имеет совпадающих ДНК ни с картофелем, ни с белорусом. Картофель и Республика Беларусь, так же как и белорус, требуют для своей жизнедеятельности энергию. Картофель получает энергию от солнца. Однако картофелю необходим калий. Всю свою жизнь картофель находится под присмотром белоруса, который заботится о том, чтобы в земле было достаточное количество калия, а также защищает картофель от паразитов, например, колорадского жука. Эффективность воздействия белоруса на картофель демонстрируется на празднике дожинки. Различные способы извлечения белорусом из клубней картофеля энергии
называются белорусской кухней. Белорусская кухня насчитывает несколько сот блюд из картофеля, что не случайно, так как Республика Беларусь является мировым лидером по количеству выкопанных клубней картофеля на душу населения. Все, что остается после извлечения и потребления энергии, называется отходами. Отходы могут выбрасывать, закапывать или отдавать в качестве источника энергии пищу другим многолетним организмам, которые затем также становятся источником энергии для белоруса. В свою очередь, белорус употребляет в пищу отходы извлечения государством других видов энергии, например, радионуклиды. В отличие от картофеля, радионуклиды не являются источником энергии для белоруса. Однако, белорусская кухня насчитывает блюд из радионуклидов значительно больше, чем блюд из картофеля, что также не случайно, так как Республика Беларусь является мировым лидером по количеству радионуклидов на душу населения. В результате многолетнего употребления в пищу радионуклидов некоторых белорусов можно закапывать в землю в более раннем возрасте. Окончание процесса закапывания белоруса в землю называется поминками. Окончание процесса выкапывания клубней картофеля из земли называется дожинками. Для того, чтобы выкопать клубни картофеля на своем земельном участке, Викторовичу надо затратить собственную энергию, а также энергию еще нескольких живых организмов, например, членов семьи. Семья – это группа белорусов, ведущая совместную заготовку, хранение и потребление в пищу клубней картофеля. Семья Викторовича состоит из его самого, его жены, сына и дочери. Кроме того, Викторович использует энергию Василия и его лошади, которые не являются членами семьи Викторовича. Василий, в отличие от своей лошади, также белорус, так как он многолетнее клубненосное прямоходящее с объемом мозга, позволяющим ему заниматься выкапыванием картофеля, а также имеет действительный паспорт гражданина Республики Беларусь. Василий – работник агропромышленного предприятия, которое занимается выкапыванием клубней картофеля в гораздо больших объемах, чем семья Викторовича. Но! В этом году агропромышленное предприятие, где затрачивает часть своей энергии Василий, стало передовиком по выкапыванию клубней картофеля в Республике Беларусь. Картофель, выкопанный агропромышленным предприятием Василия, никогда не употребляется им в пищу, а используется для производства органического вещества под названием этанол. Этанол C2H5OH – бесцветная летучая жидкость с характерным запахом, получаемая при переработке картофеля, более известная белорусам под названием спирт. Этанол используется в органах здравоохранения как наружные и внутренние средства, обладающие дезинфицирующими и другими терапевтическими свойствами. Однако белорус может употреблять этанол и без терапевтических целей,